Всем привет, с вами Павел, и мы продолжаем проходить игру из Origin. Нас ждут испытания Юники. Так, медальон зверя, окей. Давай. Велигандр. А, ну я помню этого. Полускорпион, полу непонятно что. Похоже, мне наконец-то повезло. Ни демонов, ни обезумевших незваных гостей. Лишь много свободного места. Хорошее место, чтобы разбить лагерь. Я бы сказала, все эти боевые действия сильно меня измотали. Мне бы не помешала передышка. Вот тебе передышка. Кря-кря. Черт возьми, это один из тех огромных демонов, что напал на Ис. Что же делать? Мне никогда его не одолеть. Нет, нужно взять себя в руки. Я сражу его. Должна сразить. Леди Рея, Леди Фина, пожалуйста, даруйте мне свое благословение. И, отец, пожалуйста, дай мне силы это сделать. Погнали. Так, окей, ой. Да хорош! Ай, тут половину. Да ладно! Серьезно?
Да, что-то вообще никак не идет дела сегодня. Да хорош! Тяжко. Так, неплохо. Нет, ну как так-то? Так, ну ладно, половину сняли. Давай, чуть-чуть осталось. Отлично. Супер. Фух, как, черт возьми, я это пережила. Жестокая была битва. И не говори. Давай, все выше и выше поднимаемся. Так, затопленная тюрьма. Окей, сейчас плавать будем.
Так. По-моему, нам... направо или налево. Ага, налево, значит. По-моему, там нам что-то выдадут. Ну, конечно. Отлично. Так, хорошо. Так, отлично. Ага, серебряный браслет. Так, рывок. Все, мы бегать научились. Отлично. Да чтоб тебя. Хорошо. Уровень дали. Что не может не радовать. Так, ага. Хорошо. Чудесно. Так, вот и кольчужка у нас. Хоть немного, но лучше. Так, нам бы, конечно, что-нибудь на восстановление здоровья. Куда ты собрался?
Так, вот тут я не помню. Да ладно! Ух! Так, я хочу сохраниться для начала. Так, подождите. Хотя, да, сюда. Так-так. Неужто это малышка с топором? Ах, это ты. Если ты здесь, то, надо полагать, тебе удалось уничтожить демона, которого я призвала. Догадливы. Эй, подожди-ка, значит ли это, что ты и Велигандера одолела? Что еще за Велигандер? Ты имеешь в виду то огромное красное существо? Да. Я с ним пришлось повозиться, но я справилась. Хм. Похоже, Кишгал был прав насчет тебя. Ты достаточно хороша для тупой деревенщины. Не могла бы ты перестать так меня называть. Мое имя? Эй, погоди. Я уже забыл твое имя, и вообще, я не считаю нужным тратить на тебя свое время. Да мне задница Пикарда куда интереснее, нежели ты. Оставь предисловие на потом. Если сможешь меня победить, тогда и расскажешь мне, кто ты такая. Конечно, если у тебя силёнок хватит. Может, эта уродливая одежда будет выглядеть лучше, когда я распотрошу тебя и размажу по стене. Ну окей. Эпона. Да хорош-то.
Вот и все. Угу. Ух, вот же черт, видимо, я потеряла бдительность. Неплохо. Не здорово, но и неплохо. Она говорит о себе или обо мне? Ладно, я считаю, обещание есть обещание. Как тебя зовут, девочка? А? Твое имя. У тебя ведь есть имя, верно? Ненавижу загружать себе мозги бесполезной информацией. Но думаю, что ты заслужила немного свободного места в моей голове. Но только немного. Мое имя Юника. Юника Това. Юника. Странное имя. Я Эпона, одна из лучших воинов моего народа. Видишь ли, в чем дело? Мне бы очень хотелось узнать, кто именно твой народ. И почему вы охотитесь за леди Рей и леди Финой? Леди Фи? Кто? Я ненавижу отвечать на множество вопросов сразу. Тебе стоило бы научиться задавать по одному вопросу за раз. Но я сделаю тебе одолжение. Хочешь узнать, кто такая я и кто мои спутники? Мы не из ИС. Что? Ох, дерьмо. Мне пора идти. Зава дала мне четкие указания, и если она увидит, что я растрачиваю свое время здесь с тобой, она мне бабушку свернет. А, мне башку свернет. Бабушку. Ой, ну ладно. Честно говоря, я собиралась убить тебя. Но потерпела фиаско. Так что думаю, на этот раз ты отделаешься предупреждением. Не переживай, я уверена. Наши пути еще пересекутся. До встречи, Юника. Эй, подожди! Не из ИС? Даже не знаю, как с этим быть. Но не думаю, что для нас это хорошие новости. Угу. Чешуя водяного дракона. Что это? Похоже на кучу рыбных чешуек. Но от них у меня возникает странное чувство, будто мое дыхание становится более глубоким, или что-то в этом роде. Думаю, это может пригодиться, с учетом того, что здесь полно воды. Хм, что происходит? О, фух, это просто лила-ракушка. Юника взяла лила-ракушку и поднесла ее к уху. Юника? Юника, ты меня слышишь? Четко и ясно. Что случилось? Как раз наоборот. Командир Галеон и чародеи благополучно прибыли в башню. О, хвала небесам. Похоже, почти все в сборе. Когда у тебя будет возможность, пожалуйста, возвращайся к базе, чтобы мы могли обсудить наши дальнейшие действия. Конечно. Не использовать кристалл для возвращения назад. Используй, если хочешь. До встречи. Так, если командир прибыл в башню, уверена, что и Сицилия должна быть здесь. Эта встреча обещает быть интересной. Там определенно будет что обсудить. Ах. Командир, Сицилия! Юника Това. С возвращением. Где ты была, Юника? Да, где ты была? Насколько я помню, тебе было приказано вернуться сюда немедленно. Ну я... Отец-настоятель рассказал мне о твоей просьбе. Насколько я помню, ты проводила предварительную разведку башни. Да, проводила. Впрочем, я не добралась и до середины башни. Учитывая ее размеры, я вряд ли ожидал, что ты это сделаешь. Я считаю, что это самое большое препятствие, с которым мы сталкиваемся здесь. Мы все хотели бы серьезно взяться за поиск, но без эффективной стратегии мы будем просто ходить кругами. На самом деле, в вопросе поиска нам, похоже, не хватает кого-то еще. Один из наших чародеев все еще пропавший без вести. Может, нам стоит сформировать небольшую группу и начать его искать? Возможно. Мы не можем бросить одного из наших.
Не стоит о нем беспокоиться. Хорошо, что вы присоединились к нам. О, вы! Позвольте мне представиться. Меня зовут Кадена, я чародейка из ИС. Я с нетерпением жду совместной работы с вами в этой миссии. А я Миуша, я тоже чародейка, рад знакомству. Взаимно. Меня зовут Юника Това, я начинающий рыцарь. Приятно с вами познакомиться. Как ты считаешь, что твоему пропавшему чародею ничто не угрожает? Это Хьюго Фэкт, преемник семьи Фэктов. Честно говоря, я бы удивилась, если бы он появился здесь. Ах, младший брат нашего павшего товарища. У него железная воля. Если он еще не в башне, я уверена, рано или поздно он придет сюда целым и невредимым. Он понимает всю серьезность ситуации, он хотел бы, чтобы мы начали поиск и спасение как можно скорее, с ним или без него. Понятно. Следуя твоему совету, мы именно так и сделаем. Пошли, нам нужно многое обсудить. Мы должны объединить наши знания, если хотим найти богиню. Не думал, что ситуация может стать еще более экстренной, чем она уже была. Итак, демоны находятся под контролем людей. Но почему? Кто они? Единственные, кому удалось с ними столкнуться, Юника и Рико. Вы можете предоставить нам более подробную информацию об их личностях? Ну... Юника подробно рассказала о своей встрече с Эпоной. Они из-за предела ИС? Ты уверена, что она так сказала? Это невероятно! Я слышала, что за нашими границами существует целый мир, но я и представить не могла, что встречу кого-то, кто пришел оттуда. Ты знаешь, сколько их там? Лично я столкнулся только с этими двумя воинами. Про других не знаю. Я тоже, но думаю, что должен быть еще как минимум один. Во время своей разведки я столкнулся с весьма сложной магической ловушкой. Ее не могли установить лишь два бойца ближнего боя. Значит, скорее всего, есть еще и чародей. Если они из-за пределов ИС, значит, их магия исходит не от богинь. Мы не знаем, чего ожидать. Как будто у нас до этого проблем не хватало. Наша цель ясна. Мы должны найти наших людей, леди Рею и Фину, и обеспечить им защиту не только от демонов, но и от этой новой угрозы. Я понял. Мы, священные рыцари, просим оказать нам честь выступить авангардом в этих поисках. Разрешено. А я попросил бы чародеев поискать еще какие-либо скрытые ловушки, ибо уже известно, что в башне имеется как минимум одна. Просто помните, что в рядах наших противников, вероятнее всего, есть чародей, обладающий внушительными магическими способностями. Крайне важно, чтобы вы проявляли максимальную осторожность. Мы будем стараться. Я сделаю все, что в моих силах. Лично я рад, что снова могу ходить. Я готов пойти куда угодно. К сожалению, Рико, боюсь, я должен попросить тебя остаться здесь, на базе. Что? У тебя хорошие мистические познания, не так ли? В частности, в сфере заклинаний... закаливания. Подозреваю, что в пределах этих стен нас ожидает множество сильных врагов. Так что я хотел бы, чтобы ты оставался здесь и использовал свою магию для усиления оружия поисковой группы по мере необходимости. Хорошо, без проблем. Я рад, что мог быть полезным. Так, а сейчас, наверное, закаливать будем, да? Должен сказать, Юника, я ошеломлен, что ты так далеко смогла продвинуться в башню. Должно быть, тебе пришлось сразиться с большим количеством демонов, чтобы добраться туда. Да, наверное. Наша маленькая Юника растет так быстро. Ну, не знаю. Как по мне, так она все еще просто новичок. Не пойми меня неправильно, информация, которую ты смогла собрать, очень помогла нам. Но мы понятия не имеем, с чем мы здесь столкнемся. Тебе нужно более тщательно расценивать свои силы, Юника. Ты не можешь позволить себе действовать, сломя голову. Простите. Это наша Сицилия. Всегда умеет надавать хороших пинков. Шутки здесь ни к чему. Сицилия права, Юника. Я знаю, как ты беспокоишься за богинь, но ты не должна позволять этим чувствам затмевать твой разум. Да, сэр, я поняла.
Превосходно. С этим разобрались. Тогда, я полагаю, пришло время священным рыцарям приступить к поиску и спасению. К счастью для нас, демоны на этих нижних уровнях достаточно слабы, чтобы с ними можно было справиться один на один. Таким образом, нашей основной задачей является разделение наших позиций. В случае возникновения ситуации, требующей подкрепления, немедленно свяжитесь с остальными из нас. Не пытайтесь справиться в одиночку. С учетом сказанного, пусть судьба войны улыбнется вам всем. Так. Да, я хочу там, давай. Все это мы читали 50 раз. Думаю, магия, бла-бла-бла. Давай мне 3 уровня. Ну, вот так вот. Ой, да-да-да, я знаю, что нужен клерий. Все, супер. Так, теперь. Вот так. Ну что ж, ребята, на этой ноте мы сегодня с вами закончим. С вами был Павел, всем пока, до новых встреч.